Всем здравствуйте, доброго времени суток. С вами я, Ника, это мой канал «Московский будни». Сегодня мы с вами прогуляемся по парку, заповеднику Коломенска. Здесь все цветет, очень красиво. Особенно будет интересно тем, кто здесь никогда не был. Покажу вам сейчас наш парк, музей-заповедник. Пошел дождь, все цветет красиво. Сирень еще не зацвела. Колокола звонят, слышно у меня тут храм рядышком. Народу очень много, туалет вообще есть. Это храм. Получается.
Усадьба, это дом Петра Первого. Вот он стоит, наш Петр Первый. Ну там вот на скворика видно. Взрослый зовут.
Там можно суши, роллы. И крупные тюльпаны. Да, третий.